допросами и так далее. Там. Ну а как юристы, как это? Можно изъять документы, что там вам такой дербан не надо. Бывает, что дело за ней. Получается, он же спонсорские деньги взял, помнишь там, спонсорские деньги взял и лично себе поставил на учет машинами. Потом спонсоры обиделись, почему он лично себе взял машинами. И они обратились, кто-то из них, милиция дали, что почему он за счет спонсорских денег поставил на учет машинами. И он ездил на свои личные дела и на работе, черт пойми, что он на этой машине. И он всегда говорил, что это моя машина. Это. А люди они узнали, говорят, это же для администрации взяли машина, не его личная. Это. Потом такая жалоба, когда жалоба, когда проверил, да, сказал, что он машина личный. Он нам еще проверил, да, вот это занят. Он на работу принял шофера. А потом, когда... Ну, тут полгода, ну, все посадили, то есть не посадили, условным зданием, по моей просьбе там. И люди жаловались, он поехали проверять. Проехали, машина действительно находится на балансе администрации, не по видам личной машины. А шофером работает, он машина, да, администрация. Вот и пчкрыня, да, документ был внесен, точно, да, юристский ребер, он уже. Он он газаня, порождает газаня, он шофер, ты, где, милиция, у сара барала, он шофер, ты шлагами? Все это газаня, сколько зарплата получаешь, как ты работаешь, он ему дидет. Он у гжна барсарада, у гжа айтхан, мина, а ну, не помню, он айтхан, ты, я не работаю, нигде, вы что, говорит, там, на меня, типа, так работаете. А права дюхта, как-то не... Он айтхан, даже именно права дюхта, айтхан, как я шофером буду работать? Он шофер сказал так, он гжа. Потом Байрышева обратно пришли, но Байрышева объяснили, что говорит, ты твой шофер, да не работает здесь, говорит, он вообще у него прав-то нет и так далее. Говорит, когда как ты получаешь у него зарплату, говорит, там. А он зарплату сам лично получал. И потом говорит, куда я где деньги девал, говорит. А он говорит, у меня денег администрации нет, я на конце товара и все эти дела там командировочные пользуюсь, так, знаете, там, ахчаныне. Ну, шофер тот ахчаныне. Ну, а за это дело, ну, видишь, как с юридической жене. За эти дела у него большой срок намечается там, да где он, да? Ну, я просто тебе объясняю, сейчас вот, да. Им за него уже обратно, его же посадили, и потом уголовное дело было, и условно дали по мою просьбе, да, он. А потом, сейчас же, по новому закону, он не имеет права депутатом быть. И он сейчас баллотируется, избирательная комиссия Гургой, да, да. Документы нормальные. Судимости. А он сейчас головой работает. И люди говорят, судимый ГЖ, надо депутат полтраны. Некоторые депутаты тоже. И сейчас они вот этот вопрос проверяют. Получается, что и Головина здесь, потому что она пропустила, и Байрон же там депутатом головой работы незаконной. По закону же так получается там. И он еще перегибает там, ну, сколько лет работает. Ну я просто говорю, что я тебе объясняю это дело, я точно помню, потому что я потом он пришел ко мне, плакал и так далее, там вот так, я вам объясняю, говорит, как мне ему помочь там. Ну тогда хорошие, может, отношения были там. И я там пригласил Майя Васильевна работала, помнишь, там, с Ариной. У меня замом работала. Ее просил, что у нее муж работал писателем районного суда с Ариной. Помнишь там? Потом я Майя Васильевна попросил меня, Сарин, да можешь мне рабочее время пригласить, когда-нибудь куда-нибудь поговорить-то. Потом вечером пришел ко мне и посидели, чай попили, говорю, вот так, ну, кадров не хватает, район, так далее, как-нибудь можно его там, типа, помягче сделать это все. И вот Сарин так сделал, но вроде-то, я не помню, дали год условно дали или 2 года условно. Ну, условно дали, а потом, говорит, его через год, я говорю, вроде, типа, если так остановишься каким-нибудь, ты депутатам переговори, чтобы они тоже не прыгали там. А я постараюсь как-то так делать, ну, по закону так. Ну, если я не вмешивался, он там 4 года сидел бы точно там, вот, минимум, да. Это же дела уголовные там, перегружены. Я просто хотел, что, типа, как ты юрист, ты в это время работал же? Ну, то, что я тебе говорил,